совсем недавно в команде, успел уже освоиться. Да, многих ребят, в принципе, знал до этого, и с некоторыми сейчас как познакомился, да. И все хорошо, отлично тренируемся, процесс идет. Да, почувствовал челябинский лед, почувствовал челябинскую зиму, здесь немножко прохладнее, конечно. Но я здесь много раз, в принципе, еще был, и в детстве много здесь мы играли, Урал, Запад, поэтому достаточно близкий город. Еще пока в гостинице, еще пока сейчас идут новогодние праздники. Тяжело квартиру найти, потому что никто трубки не берет, не отвечает. Завтра игра со Спартаком. Насколько для тебя принципиально, будет вообще готов? Как ты сам чувствуешь свое состояние? Да, готов. Готов, в принципе, что я там немного пропустил, поэтому. Ну, по поводу принципиально, да нет, ничего принципиально. Обычная игра. Просто нужно понимать, что первая игра в новом году. Нужно стараться сыграть хорошо дома, тем более, и стараться выиграть, забрать свои очки. Like a dude, you in the sardines in the middle of the night. So with you.